Скажи нам про состав этого да, средства. Я хочу обратить внимание на состав данного продукта, потому что он очень лояльный, и несмотря на свои свойства, он не агрессивный для кожи. То есть если мы будем проводить сравнение с профессиональными, такими как MAC, ну и другими брендами, где представлены аналоги, там повышенное содержание абсорбирующих компонентов и тальков. В нашем же спрее этих компонентов в принципе нет, здесь не содержится тальк. Здесь он на водной основе и минимальное содержание спирта, то есть он не сушит кожу. При этом есть еще глицерин и смягчающие компоненты, которые будут еще ухаживать в течение дня за кожей. То есть я так понимаю, что это даже что-то среднее между фиксирующим спреем и термальной водой. То есть его очень удобно брать с собой в косметичку и в течение дня, когда вы чувствуете дискомфорт, вспотели, там, к примеру, появился жирный блеск, вы промокнули матирующей салфеткой, сбрызнули спреем, и ваш макияж снова в безупречном состоянии. Ну вот как бы продукт действительно классный, очень удобный, хорошо фиксируется крышечкой, не вытекает, можно носить с собой в сумочке, маленький, компактный. 50 мл, но при этом расход очень минимальный, хватает надолго. Не надо вот эту бадью покупать, что профессиональных фиксаторов очень большой объем, но тут как бы концентрированный состав, поэтому... Продано, Катюша.